Меня зовут Сергей, и я приветствую вас на канале Гиранитку. И сегодня я хочу рассказать вам о наших луках штучной работы. О наших кастомных луках, которые делаются по индивидуальным заказам. И покажу я, и расскажу я о них на примере двух наших новых луков Сатурн, которые были изготовлены по индивидуальным заказам из самых лучших материалов, в самом лучшем качестве, какой мы сейчас можем предложить нашим заказчикам. Два лука Сатурн класса Hunter Bow. Сказать пару слов о происхождении этой модели лука. Этот тип лука появился на свет благодаря трудам и стараниям великого мастера и не менее великого охотника с луком Фреда Бира. Еще в 50-е годы 20 века он разработал и создал первую модель в таком стиле, самую знаменитую свою модель Гризли. Эта модель стала классическим образцом луков Hunter Bow. Она с тех пор претерпела множество усовершенствований. Очень многие луки, скажем так, делали вот в мире по образцу и подобию этой модели. И очень многое из этой модели мы взяли для изготовления своих луков. Все его инженеры, все его мастера – это такие же, как он, большие энтузиасты, охотники, любители стрельбы из традиционных и блочных луков. Что же касается наших луков. Эти луки питали себя все, что наработал в свое время Фред Бир, и плюс наш опыт и нашу практику. Фактически они являются наследниками тех самых моделей луков Гризли, Кодиак, которые, по сути дела, ничем не уступают тем лукам, которые когда-то создал и сделал Фред Бир. Два новых лука Сатурн, изготовленные по индивидуальным заказам. Луки имеют наборную рукоять, которая представляет собой пакет из ценных пород древесины. Дизайн пакета изготовлен по индивидуальным заказам. На луках установлены мягкие полочки в прицельных окнах из натурального меха. Луки имеют плечи, изготовленные из шпона ценных пород древесины и ламинированные немецким однонаправленным стеклопластиком. Луки укомплектованы тетивами, причем разными. Этот лук укомплектован спортивной тетивой с усиленными петлями, а этот лук имеет тетиву фламандского типа. Каждая тетива имеет глушилки из натурального меха, которые снижают шум выстрела и повышают точность. Как видите, плечи лука в данном случае выполнены здесь из американского меха, здесь из красного дерева. На каждом луке установлена наша фирменная медалька, наш товарный знак. На нижнем плече у каждого лука нанесена маркировка, которая указывает название модели лука, длину лука. Эти луки очень компактные, конкретно эта модель имеет длину 52 дюйма. Также на маркировке указана сила натяжения и длина растяжения. Рекомендуемая длина натяжения для таких луков до 30 дюймов, хотя в принципе вот, можно и на 31. Сами луки рекомендуются нами как луки для турниров и тренировок по 3D арчери. Кроме того, они великолепно подходят для field archery, то есть для стрельбы в полевых условиях. Луки компактные, очень удобные, тянутся очень мягко. Более того, за счет коротких рекурсивных плеч имеют высокую скорость вылета. Для таких луков нами рекомендуются стрелы из карбона или из качественного дерева. Но карбон предпочтительный. Что можно сказать? Отличные образцы, заказчики будут счастливы. Всем спасибо. Хорошей всем стрельбы и ждем вас на нашем канале.